Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваск. И как вы поняли по большой вебке, сегодня будет хороший разговорный видосик. И мы рассмотрим 5 ситуаций, с которых лично у меня не просто загорал пукан, а прямо подрывался просто неимоверно. И я нам 100% уверен, что у каждого из вас была хотя бы одна такая ситуация. Всем приятного просмотра, да кто кушает, то приятного аппетита. Поехали. Также я забыл сказать, что вчера вы под видосом писали ваш ID, и я обещал людям подарить вам, то есть подарить по пополнению. Вы написали 4000 комментариев, соответственно, выбираем 4 победителя. Вот сейчас вы видите скриншоты счастливчиков, и вам уже должны прийти по 100 алмазов и, соответственно, по сотеночке. В принципе, все. Поехали смотреть видосик. Итак, наверное, первая и самая распространенная ситуация, с которой сталкивался абсолютно каждый игрок. И я предупреждаю, что тут в этом видосе возможен мат. Поэтому или убавляйте громкость, или надевайте наушники. Вот. Это рассинхрон. То есть, наглядно объясню. Вы бежите. Вам начинают стрелять. Вы забегаете в дом, садитесь, нажимаете использовать аптечку. Она у вас уже используется, но вас нокает. Все из-за того, что у противника вы еще бежите в дом. И таких ситуаций просто тысячи и миллионы. А вы бежите, ставите стенку, то есть стенку к вашу. У вас уже садавится, но вас нокают. И не из-за винтовки, которая шмаляет сквозь стенки, а с обычного оружия. А все из-за того, что у соперника просто огромный епинг. Вот и все. Так, следующая ситуация. С этим, скорее всего, больше всего сталкиваются киберспортсмены, которые играют в комнатах. Потому что в комнатах это прямо, ну, не распространенно, но частенько это бывает. Вы играете, все нормально, и тут либо вы рашите, либо вас рашат, и тупо у вас у одного резко пинг взлетает, опускается, вы уже нокнутые или вас убили. Во! То есть иногда такое бывает, что игре что-то не понравилось, она вам резко пинг хоба вверх, хоба вниз, и все. И дальше просто все идет идеально, но вас уже нет. Вот. Следующая ситуация — это когда тупо не ставится сетенка. Это не рассинхрон, это не лаги, это не глюк. У многих, и даже у БКшников иногда такое бывает, что вы вылетаете, вы хотите поставить сетенку, вы на кнопку тыкаете, ну прям вы кнопку долбите, а сетенка не ставится. Вы ищете открытие, отбегаете, уже вы за тем укрытием, и там резко встают абсолютно все ваши сотенки. И ты такой: what the fuck? Что это было? Вот я просто уверен, что вот именно эта ситуация была абсолютно у каждого игрока. Следующая ситуация, с которой тоже сталкиваются очень много игроков, это непроходящий урон. В основном урон на не проходит либо с клаша, либо со спаса, а частенько он почему-то стал не проходить из-за дигла, М500, вообще абсолютно с любого оружия. И то есть, как это работает? Одноглядно. Вы рашите, выдаете челу 4 головы по 40, вы его рашите, он выбегает,
вас убивает, и у него 200 хп. И вы такие, камон, он бы не успел завязать две аптечки, и у него 200 хп. Эта ситуация настолько распространена, что она есть и в классике, и в рейтинге, и в ранге, и в битве отрядов, и на турнирах. Иногда просто ты стреляешь по челу с авика, а урона нету от слова совсем. И все такие, а чё ты не стреляешь? То есть, как бы оружие у тебя в прицеле, и ты у себя стреляешь, а у противников, и у зрителей, и у комментаторов ты тупо, ну, ты как будто бы завис, вот и все. И последнее, это просто вишенка на торте. Она была у многих, и у моих друзей в том числе. Это самая такая западлянская ситуация, когда ты рашишь, да, или просто переключаешь оружие, и случайно нажимаешь кнопку о настройке, и у тебя на весь экран вылезают настройки, и ты пока тыкаешь вот на этот крестик, тебя убивают. Вот просто напишите, пожалуйста, в комментариях, люди, которые досмотрели до конца. Мы с вами разобрали 5 ситуаций. Напишите, пожалуйста, в комментариях, со скольки ситуациями вы столкнулись. Лично у меня это 5 из 5. Поэтому все. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами скилл.